В нашу редакцию обратились жительницы Мамадыши. На каникулах их дети отдыхали в лечебно-оздоровительном комплексе в Елабужском районе. Вот только поправить здоровье не получилось. Отдых испортил тренер по карате. Как утверждают родители, он применил в отношении детей силу. Все подробности у Анны Газятовой. По словам Гульнары Мещановой, ее 9-летний сын Булат и 11-летний племянник Эмиль пострадали от тренера по карате, который в это время был на сборах в комплексе. В тот злополучный вечер мальчики играли, побежали в сторону туалета, на что последовала неожиданная реакция. По словам мамы, тренер схватил обоих, поставил на четвереньки и надавал подзатыльников. Мы сюда приехали. Судмедэксперт в празднике работал только до обеда. Мы, естественно, ездили в Елабугу обратно, когда приезжали, мы уже приезжали поздно. И поэтому мы судебную медицинскую экспертизу прошли очень поздно. То есть у нас в основном все синяки, все ссадины, они уже зажили. Только вот на ноге вот синяки, и то гематомы небольшие остались, вот это у нас зафиксировали. Как рассказывают женщины, тренер отправил ребят в комнату и пригрозил выкинуть их в окно, если те попытаются выйти. Булат сразу позвонил маме. Потом пришел этот тренер и на нас начал ругаться, материться. Потом он меня пнул 2 раза по ноге. По словам тренера, он лишь сделал несколько замечаний, когда мальчишки бегали с этажа на этаж. Я знаю, что ничего не было. Есть тому свидетели, человек 10. То, что, скажем, происходит, это просто элементарная травля. Как нам сообщили в пресс-службе Елабужского управления внутренних дел, в отношении тренера возбуждено уголовное дело. Ведется проверка. Подробности в интересах следствия не раскрывают. Анна Газятова, Вести, Татарстан.